После активной и даже немного экстремальной поездки на плато Бермамыт, последний день нашего автомобильного путешествия, мы решили почилить на пляже в замечательном парке в Долинске. Здесь можно покататься на аттракционах, погулять среди реликтовых деревьев, поплескаться в горной реке и испить целебного нарзана. Ну и, конечно же, отведать вкуснейшего шашлыка из баранины. Да не, вообще не страшно. Тапки смотри, держи, чтобы не упали. Ну и сумку тоже. Но нам показалось этого мало, и нас потянуло снова в горы. Пощекотать нервишки мы решили с помощью канатно-кресельной дороги, которая ведет на гору Кизиловка, где в полной мере можно насладиться великолепной панорамой на город Нальчик. Офигенный вид! Зря они отказались. На высоте 600 метров над уровнем моря расположился уникальный ресторан в виде головы богатыря нарского эпоса Сосруку и его протянутой руке с факелом. А где мы были? Где? О, уже хорошо. Сосруку. Суко, да.